Битрикс. Вводный курс. Внедрение Битрикс является финансово затратной и трудоемкой системой. Именно внедрение Битрикса послужило причиной написания нового сайта. Старый сайт, написанный на CMS Joomla, не отвечал необходимым требованиям. На написание нового современного сайта ушло полгода моей работы и работы программистов. А также финансы, которые были затрачены на создание сайтов или этого Битрикса, а также ежемесячная оплата телефонии, всех этих элементов, будут потреблять ежемесячные траты. Для чего столько усилий? Залогом успешного бизнеса является коммуникация с клиентами. Каждый клиент важен для нас. Не расходы, не налоги, не территория, не штат сотрудников, а именно количество клиентов отличает ларек на уличном рынке до продуктовых гигантов Озон и Ашан. Каждый клиент, который подаст заявку на турнир, напишет на почту, в WhatsApp или в каких-либо там соцсетях, или же нам позвонит, создаст лид, который нужно будет обработать. Также открытые WhatsApp-чаты и соответствующая там работа с почтой позволит нам делать рассылки эффективными и бесплатными. Первым делом я расскажу про раздел CRM. Вообще, что такое CRM? CRM – это система, в которой клиенты идут по воронке продаж. Воронка начинается с того, что клиент заинтересовался, и заканчивается тем, что клиент получил услугу, а мы получили деньги. Вряд ли кто-то из нас задумывался о том, что мы являемся элементами бесчисленных воронок в коммерческом мире. Каждый раз, когда вам придет уведомление из салона красоты, туроператора или страховой компании, или что у вас сегодня визит к врачу, не обольщайтесь. То, что о вас помнят и по вам соскучились, это просто значит, что ваша фамилия находится на какой-либо воронке в определенной стадии, ну тогда, когда вас нужно пингануть. Все компании высшего звена малого бизнеса используют CRM-системы. Большая часть из них использует Битрикс. Помните, когда вы будете в салоне подбирать себе новое авто, ваш персональный менеджер будет вас вести по воронке продаж. Просмотр машины в салоне, а потом запись на тест-драйв, прошли вы тест-драйв или не прошли, а также все эти этапы, в какой момент вам и когда позвонить, когда вам прислать информацию об акциях, когда вам сделать всякие бросы рекламы и все эти временные диапазоны, что да когда, все решают роботы по разработанной психологии маркетинга. Приступим к нашей воронке продаж. В нашей CRM-системе есть два типа клиентов – участники турнира и тренера. Родители участников в системе никак не фигурируют, только игроки, даже если им по 5 лет. Они, именно они, являются нашими клиентами. Перейдем в раздел «Сделки». В отличие от лидов, где непонятно, что клиент от нас хочет, в сделке есть четкое понимание, что есть такой-то клиент, он имеет такую-то сделку, в нашем случае покупку участия в каком-либо турнире. И мы его ведем по воронке, пока тот не станет счастливым обладателем отчетной рассылки в отыгравшем турнире. Также в нашей системе есть список товаров, то есть список турниров, по которым мы можем легко сортировать клиентов и вносить их в определенные списки. После того, как клиент произведет покупку на сайте, он попадает в воронку участники турнира. Таким образом, у нас есть новый клиент, есть сделка, есть товар. Клиент попадает в нашу клиентскую базу, а его сделка поплыла по воронке продаж. На каждой стадии боты будут самостоятельно уведомлять клиента о важных вещах и даже задавать ему вопросы. И, кстати, даже перемещать его на другую стадию, в зависимости от его ответов. Тренера также будут идти в своей воронке продаж. При каждой выплате также нужно будет перемещать сделки по стадиям, чтобы не запутаться и никого не обидеть и не забыть ни о каком тренере. Также есть воронка разрядов, по которой будут двигаться наши клиенты до оформления им разрядных книжек. А также есть воронка регистрации новых тренеров. Стоит также отметить приятную особенность коммуникации с клиентом. Чтобы связаться с кем-либо по любому средству связи, WhatsApp, Telegram или же ему позвонить, достаточно нажатия одной кнопки. Все переписки, все записи звонков, все сохраняется в сделках. И вот за каждой воронке эти у нас будут отвечать разные работники.